С 12 по 13 июня в Бишкеке прошли 23-е международные соревнования на призы олимпийской чемпионки Татьяны Колпаковой. В соревнованиях участвовали сильнейшие легкоатлеты страны. Среди них была и североказахстанка Ирина Эктова. В тройном прыжке она достигла отметки 14 метров 34 сантиметра, тем самым получила путевку на участие в летних олимпийских играх, которые пройдут в Токио.